Всем привет, друзья! С вами Охотник на ведьм. Сейчас я нахожусь у себя дома в квартире. До этого меня преследовал демон, как вы могли уже увидеть в моих предыдущих видео. Те, кто еще их не смотрел, можете посмотреть, ссылка появится сверху. Друзья, все это началось, как я предполагаю, с морга. То есть это сущность. Скорее всего, это все-таки демон. Практически 100%, что это демон. Она прицепилась ко мне после этого места. И с тех пор все еще ходит за мной. Потом я был в отеле, то есть мы с семьей отдыхали на море. И там началось все это происходить прямо у нас в номере. После этого мы приехали. На время это все прекратилось. Поехали в гости к родителям. Как раз это предыдущее видео, которое у меня на канале вышло. Также можете в описании посмотреть, все ссылки я оставлю. Соответственно, квартира у родителей, это все продолжилось. И сейчас я уже у себя дома один остался, потому что жена и дети, они уехали к бабушке. Эта сущность, она просто не дает покоя, то есть мучает, и, скажем так, жить с ней — это малоприятно, мягко говоря, причем. В итоге сейчас я один, уже неделю я здесь живу. Ну как один, со мной живет вот моя кошка. Да, кошка тоже вам передала привет. Попросил подписаться на канал и поставить лайк. Друзья, время во всем доме остановилось на отметке 3:05. Вот я сплю с иконой и с крестом. Причем даже часы вот эти вот маленькие, даже те, они остановились на 3:05. Также часы еще там на кухне. Ну, потом их увидите на видео. Что еще хочу сказать, друзья, перед началом этого видео. Все, что вы увидите в этом ролике, это абсолютная правда. И некоторые кадры, в действительности, они могут вас шокировать. Ночь первая. Икона закрылась. Что за... Твою ж мать. О, мне снились опять кошмары. Сейчас как будто мне кто-то на ухо шепнул: иди ко мне. Я чувствовал его присутствие. Господи, когда это кончится? Друзья, так прошла первая ночь. Как вы видели, эта сущность, она... Она закрыла икону.
Но я сейчас ее уже опять открыл. Сегодня еще, в принципе, я даже более-менее выспался. Ну, относительно. Поспал где-то, наверное, часа три. Сегодня вам покажу, как я каждый день читаю молитвы, пытаюсь хоть что-то сделать до прихода священника, потому что он обещал прийти через несколько дней. У него слишком заняты графики, и, к сожалению, ничего не могу сделать. Человеческое в болезнях и телесных немощах испытал Иси, плод распялся с ростми похотьми, и молитвы неустанно отгонял Иси, напасть и искушение лукавых духов, и тем все научал Иси, противостать и козням дьявольским, взывая с верою Аллилуйя. Аллилуйя. Ночь вторая. Что это было, блядь? Что это фигня? Крест упал. Это крест упал. Как он упал? Проклятый демон. Киска, ты что здесь лежишь? Киска. Я уже этот демон паршивый. Уйди из моего дома. Я изгоняю тебя во имя Господа Иисуса. Оставь меня и мою семью. Именем Господа. Исчезни. Друзья, так прошла вторая ночь. Как вы видели, оно переворачивало крест. И, соответственно, пыталось меня достать. Сегодня я хочу проверить,
свой прибор, который я недавно приобрел. Это электромагнитный излучатель. Соответственно, он обнаруживает электромагнитное поле. Во всем доме я буду просматривать эти значения. Потому что, как принято считать, когда есть паранормальная активность, электромагнитное поле начинает резко увеличиваться в этом месте. Сейчас я хочу как бы проверить этот прибор. Незначительное увеличение здесь. Здесь уменьшается. Смотрите, опять все уменьшилось. Только что значение было 16. Так поднимается. Поднимается на глазах прямо. Слегка повышено электромагнитное поле в этой комнате. Друзья, здесь крайне повышенная степень электромагнитного излучения. Смотрите на эти цифры. Твою же мать. Вы понимаете, да, что у меня дома эта сущность, она просто даже днем проявляет себя. Вот смотрите, прямо на глазах. То есть она сейчас буквально где-то рядом со мной стоит. Уйди отсюда! Пошел прочь! Ночь третья.
Опять кто стучится, блядь. Твою мать. Смотрю. Что-то я не пойму, кто это. Кто там? Денис, привет. Это я, твой сосед, дядь Коля. Это, хотел тебе вернуть 500 рублей, которые вчера занимал, помнишь? Дядя Коля? Да это я, не узнаешь меня, сосед? Открой дверь, тебе долг отдам, да поговорим. Это бред. Уже должен был на дачу уехать. Что-то не так. Ребят, здесь что-то не так. Просто мне действительно есть сосед, дядя Коля, но он должен был сегодня уехать ночью на дачу. Здесь что-то нечисто. Дядя Коля, нахрен. Пойдем разбираться с этим дядей Колей. Что ж, пойдемте посмотрим, что это за дядя Коля. Опять этот Дима, значит, был. Киска, пойдем домой. Пошли, киска. Пойдем домой. Пошли домой, киска. Слышите эти звуки? Друзья, прошла третья ночь. Сегодня ко мне стучался типа мой сосед, дядя Коля. На самом деле, он уже уехал на дачу, его здесь не должно быть. Эта сущность уже просто издевается надо мной как хочет. Притворяется моим соседом. Приходит ночью стучиться. В общем, друзья, теперь даже днем я здесь чувствую себя небезопасно. Завтра должен подъехать священник, я надеюсь, я очень надеюсь, жду этого дня. Я просто уже не знаю, что делать, моих сил больше нет. Друзья, как вы видели, днем это тоже происходит. Оно открывает двери, закрывает двери. Все время разные звуки слышатся. Вот опять сейчас дверь закрылась. Только что была открыта. Причем окно закрыто, это не сквозняк. Окно у меня приоткрыто только здесь.
На балконе. А то немножко, совсем чуть-чуть. Когда это все кончится? Ночь четвертая. Кто-то стучал. Киска, что с тобой? Твою мать! Киска! 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 Сука! Пошел прочь отсюда! Не трожь мою кошку! Ублюдок! Бедная киска! Сука! Сука! Кисочка. Твою мать. Киска, киска, киска. Сука. Пошел прочь отсюда. Не трожь мою кошку. Ублюдок. Друзья, четвертая ночь прошла. Сегодня ночью он истязал кошку. Тащил ее по полу. Но я не дал ее в обиду. Священник в итоге не сможет приехать. Он позвонил сейчас. И сказал заехать к нему. Потому что он немного заболел. Но кое-что все-таки он для меня сделал. Он записал на флешку очищение дома и сказал, чтобы я просто включил эту запись и возможно это как-то хотя бы на время сдержит эту тварь и ничего не остается, кроме как попробовать. Некоторое время спустя. Друзья, я только что вернулся от священника и взял от него флешку. Он сказал, что как можно скорее я должен включить это видео и осветить дом, потому что то, что случилось уже у меня в предыдущую ночь, это уже говорит о том, что демон очень сильно набирает силу, и с каждым днем становится все сильнее. Поэтому нужно как можно скорее его изгнать. Итак, ребята, не будем терять ни минуты, просто включаем видео и поехали. Боже вечный и царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей да спите, прости мне грехи. Я же сотворив сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему. А? Чё это фигня? Чё за хрень? Это не может быть! Не может быть! Выключайся, сука! Выключайся, выключайся! Пульт не работает. Что за херня? Твою мать. Этого не может быть! Этого просто не может быть! Это невозможно! Твою мать.
твою мать! И что мне делать теперь? Моя единственная надежда была на это видео. Почему икона опять закрылась? Что за фигня? А вот то, что я увидел при рассмотрении другой камеры, видео приближено для удобства. Этого просто не может быть! Это невозможно! Ночь пятая. Господи.
сколько можешь. Господи, помоги мне, помоги. Прошла пятая ночь. Вы сами все видели. Он вселялся в меня и ходил по квартире. Я просто не понимаю, как это вообще возможно. Я даже не почувствовал ничего. Мне снились кошмары всю ночь. И в этом сне, получается, я умер и проснулся резко. И я был в той комнате. Мне стало так страшно, я побежал сюда. Я уж больше не могу не спать. Просто не могу. Вот даже моя кошка, она сейчас спит. Потому что ночью тоже ей досталось. И ночью она тоже нифига не спит. Сегодня весь день я буду молиться. Также еще раз схожу в церковь, причаститься и исповедоваться. Друзья, когда это кончится? Ночь шестая. Ребята, это уже шестая ночь получается. Господи. Эту ночь я не хочу спать, и я решил попробовать выйти с ним на связь при помощи доски Уиджи. Да, я понимаю, что я рискую, но мне уже просто нечего терять. И просто надеюсь, что хотя бы какие-то ответы на свои вопросы я получу. Ну что ж, начнем. Начнем. Руки трясутся уже просто. Ребята, сами понимаете, сколько я уже дней не сплю. Сущность, что тревожит меня каждый день и каждую ночь. Выйди со мной на связь. Ответь мне на вопрос. Ты демон? Да. Ответь мне на следующий вопрос. Я сделал тебе что-то плохое. Почему ты преследуешь меня и не даешь мне жить? Умри. Ну что я тебе сделал? Ты преследуешь меня с морга? Да. Ответь мне, пожалуйста. Что я могу сделать, чтобы ты от меня отвязался? Нет. Да пошел ты в жопу, ублюдок! Не хочешь по-хорошему, и будем по-плохому с тобой, тварь.
Да пошел ты в жопу, сука! Не хочешь по-хорошему, и будем по-плохому с тобой, тварь! Друзья, шестая ночь прошла. Вы сами видели. Я пытался с ним выйти на контакт при помощи доски Уиджи, но на все мои вопросы он отвечал, что смерть, умри, и что он от меня не отстанет. Я психанул и кинул доску Уиджи, потому что он мне достал, он просто уже... Настолько меня извел за все это время, что мне просто уже нервы сдают. Сегодня я опять... Буду не спать всю ночь. А сейчас я намерен надраться хорошо, потому что я больше так не могу. И да простит меня Бог. Сегодня будет седьмая ночь. Я даже не хочу спать. Я просто буду сидеть до утра, попробую провести ритуал, чтобы вызвать его и заточить в куклу, а потом уничтожить его. Сейчас был очень сильный ливень, посмотрите, какая туча. Это будет роковая ночь, я так чувствую. Ночь седьмая. Так, друзья, вот настала седьмая ночь, как я вам обещал, я не буду спать. Я решил провести древний ритуал. Я хочу, чтобы демон материализовался в этой кукле, чтобы он вселился в нее. И после этого я постараюсь уничтожить ее и, соответственно, этого демона. Демон! Услышь меня. Я призываю тебя предстать передо мной. Я положу перед тобой жертву. Воплотись в этой кукле. Воплотись в этой кукле. Воплотись в этой кукле. Именем Господа я приказываю тебе воплотиться в кукле. Получилось. А теперь время умереть, сука. We'll be right back.
Что? Что за... Ой.